дорогие мои коллеги-садоводы! Сегодня, как и обещала, рассказываю о малине. У нас есть малина с открытой корневой системой и вот в таких коробках, то есть в маленьких комах, вот в таких комочках. Вот корневая система у нее упакована. В том, что малинка хорошая, живая, здоровая, посмотрите, вот она уже растет, прям в коробке. Просится к вам на полку. Мы сейчас сделаем обзор сортов малины, какие у нас есть в продаже. Я вам расскажу буквально про каждый сорт, чтобы у вас было время выбрать нужный вам. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что нет ни одного человека, равнодушного к малине. Все любят эту вкусную, ароматную и крайне полезную и важную ягоду. И каждый владелец приусадебного участка обязательно высаживает у себя малину. И это вполне естественно. Сейчас в продаже можно найти порядка 200 сортов малины. И ежегодно в основном за счет зарубежной селекции добавляется не менее 20 новых сортов, новейших сортов. Как же все-таки разобраться, как выбрать сорт и какую выбрать форму упаковки? Ну, давайте будем разбираться. Сначала мы с вами определим, что малина делится на две большие группы. Простая, то есть традиционная, и ремонтантная. Вот это самое главное и первое, что нужно вам понимать. Какие сорта сажать? Традиционный и ремонтантный. Могу сказать так, что и у тех, и у других есть определенные свои плюсы и минусы. То есть есть и достоинства, и недостатки. Традиционные сорта – это именно та малина, которая созревает в середине лета. В этот период и солнце, и погода способствуют формированию очень хорошего вкуса ягод. Вот, наверное, это, пожалуй, одно из главных преимуществ традиционных сортов малины. У нас в продаже сорта традиционной малины: гусар, черная ягода кумберленд, гигант московский, гордость России, Татьяна, каскад делай, моросейка и бархатная. И дополнительно я вам расскажу о сказке и тарусе, так называемых малиновых деревьях. Ну что же, давайте разбираться с традиционными сортами. Итак, если вы остановили свой выбор на сортах традиционных, то должны помнить, что они плодоносят именно на прошлогодних побегах. Вот это нужно знать. Дальше ремонтантная малина. Ремонтантная малина, я бы назвала ее отчасти все-таки новинкой для садоводов-любителей, потому что у нее много как сторонников, так и противников именно у ремонтантной малины. Но я общаюсь с большим количеством ягодных питомников и ягодных ферм, потому что у нас есть ягодная ферма, и мы обсуждаем, какие лучше сажать сорта. И пришли к тому, что, конечно, идеальным вариантом будет, если вы на своих участках будете сажать и традиционные сорта, и ремонтантные. Большое количество профессионалов именно на ягодных фермах стараются выращивать малину ремонтантную. Во-первых, она очень проста в уходе. Во-вторых, мы ее полностью, надземную часть, убираем на зимний период. А, соответственно, она не пострадает, не заболеет, не вымерзнет. Самая главная задача – это корневище. Во-вторых, при желании с ремонтантной малины можно снять двойной урожай. Один традиционный летом, второй осенью. Но я вам все-таки не рекомендую этого делать, потому что урожайность будет немножко ниже. Давайте заострим внимание на том, какие особенности есть у ремонтантной малины. Ну, конечно, как я уже сказала, это способность плодоносить два раза за сезон. В первую очередь, это на побегах прошлого года, которые мы можем оставить, и будет она давать, такая малина, урожай в середине июля. А второй раз на побегах текущего года. И плодоношение у таких ремонтантных ягод начинается уже с августа. Это самые ранние сорта. И заканчивая октябрем, уже когда заморозки убивают завязи, вот жалко, прям ягоды остаются на кустах, завязи пропадают вот фактически до самых-самых заморозков. Скорее всего, что многие из вас скажут: ну и что нового ты сказала, мы это уже все знаем. А нормальная ягода все равно вкуснее осенней. Да, это почти так, но категоричных суждений, ну, мне кажется, все-таки недостаточно, потому что лучшие сорта ремонтантной малины очень вкусные, очень ароматные. А какие сорта, расскажу чуть позже о каждом сорте. Пока перечислю. Итак, какие ремонтантные сорта у нас в продаже? Карамелька, самохвал, похвалинка, малиновая гряда, атлант, брянская дива, жар-птица, химба-топ, изобильная казакова, августовское чудо, бабье лето, абрикосовое, рубиновое ожерелье. Вот посмотрите, какой огромный выбор ремонтантных сортов.
А вы когда малину с куста собираете, всегда смотрите, есть там червячок или нет? Вот на традиционной малине всегда найдется что-нибудь, кто-нибудь, если где-то упустили. А вот малинный жук на ремонтантной малине уже отсутствует, потому что для ремонтантной малины нет просто этой проблемы. Все ягодки чистые. Цикл развития малинного жука рассчитан на ягоды, которые зреют в июле. А вот ремонтантная малина у нас зреет позже. И даже теоретически она не повреждается этим вредителем, если вы ее даже не будете опрыскивать. Поскольку традиционные сорта малины плодоносят на прошлогодних побегах, то нам с вами необходимо обеспечить хорошую зимовку. Но есть многие сорта, которые не выдерживают даже минус 30 градусов. Ну, а значит, поврежденные почки не дадут хороший урожай или никакого вообще. И такое бывает достаточно часто. А вот ремонтантная малина поздней осенью, когда мы ее срезаем, никогда не подмерзает, потому что корневище просто зимует в почве. Друзья, теперь настало время определяться, в каком же виде мы будем покупать наши с вами саженцы малины, которые придет к нам на участки, да и не только малины, а вообще. Самое первое – это классическая форма саженца с открытой корневой системой. У меня уже есть несколько видео на канале, вы можете посмотреть плюсы-минусы каждой системы, как она отличается. Итак, саженцы малины с открытой корневой системой, по-другому их еще называют голый корень. На мой взгляд, это вполне приемлемый классический вариант. Но только нужно обратить внимание вот на что. Саженец должен быть крупный, в основном не сам саженец, а его корневая система должна быть хорошая, не пересушена. И толщина вот этого стволика 10-12 мм, то есть в среднем где-то вот сантиметр. И совершенно не обращайте внимания на длину вот надземной части, она все равно погибнет. То есть вот длина нам с вами это не нужна. Обычно высота вот такого саженца, вот этот стволик, составляет от 20 до 40 сантиметров. А вот приживаемость саженца происходит именно за счет корневища, в котором подержится приживаемость саженца происходит за счет корневища, в котором содержится запас всех питательных веществ. Поэтому чем толще корень и разветвленней, тем лучше. Дальше обращайте внимание, как хранится растение с голым корнем у продавца. Если все эти корни на воздухе, знайте, что они пересушены. Если стоят в ведре с водой, тоже не очень хорошо. Корневая система должна быть либо упакована как-то в опилки, которые пролиты. Вот мы упаковываем у себя в опилки или субстрат и проливаем водой с фитоспорином и поддержим во влажном состоянии, чтобы корни всегда были в нормальном состоянии. Вы знаете, что еще делают многие садовые центры? Вот я уже с этим не раз сталкивалась. Конечно, можно наживаться на чем угодно и как угодно. Что делают садовые центры? Берут такие саженцы с голым корнем, ставят их в горшки объемом 1, 2, 3 литра, быстренько устанавливают в теплице. И как только саженец зазеленеет, то есть пойдут у него побеги, тут же ставим в продажу. На мой взгляд, вот это не самый лучший вариант. Это показуха. Уж лучше взять саженец с открытой корневой системой, поскольку растение только пустило корни вот в таком виде, а мы его уже пересаживаем. То есть растение, когда мы высаживаем в контейнер, должно там немножечко пожить, хотя бы 2-3 месяца для того, чтобы корневая система сформировалась. А только вот растение засунули в горшок, извините, пожалуйста, по-другому сказать не могу, и тут же выставили в продажу. Дальше продается малина, как у нас, вот она есть в цветных коробках. Это хороший вариант. Почему? Потому что корневая система упакована в субстрат, в стретч-пленку и красивую красочную коробку. То есть корневище опять находится в такой во влажной среде, корень не пересыхает. И, конечно же, самый удобный вариант – это когда растение высажено в контейнер. Это может быть P9, это может быть контейнер 3 литра. Всегда проверяйте. Я буквально на днях делала видео и показывала. Проверяйте, выращено там растение или нет. Есть еще моменты такие, когда производитель переваливает малину. Мы, например, тоже так делаем в нашем питомнике. Сначала подрастает она у нас, малина, из голого корня. Мы ее усаживаем в девятку, в контейнер P9. Потом пересаживаем в контейнер объемом 3 литра.
Но сразу пишем, что, допустим, пересадка 2019 года или пересадка 2020 года, чтобы покупатели понимали, мы не позиционируем себя, что мы в трехлитровом вырастили. То есть он выращен в девятке. И поскольку год он там уже пробыл или там полгода, мы его пересадили в больший контейнер, чтобы растение набирало как можно мощнее корневую систему. Там оно пробудет у нас 2-3 месяца, уже будет хорошим таким сформированным корневищем. Такую малину сажать одно удовольствие. Ну что же, в следующий раз я вам обязательно расскажу, какие подробности о каждом сорте, какие у нас есть в продаже. Сейчас скажу, что заказы вы можете делать на сайте. Заказ можете написать нам на электронную почту. Можете написать заказы, оформить в социальных сетях. Либо самый простой путь. Выбрали из того, что я скажу в следующих видео, какие-то нужные для вас сорта. И позвоните на номер телефона горячей линии по приему заказов 8 800 249-81. Мы с удовольствием примем ваш заказ. Мгновенно отгрузим вам малину. Потому что основная часть сортов есть в наличии. Буквально там 3-4 сорта, они будут уже в течение следующей недели. Потому что едут к нам с нашей же ягодной фермы. То есть у нас очень много сортов нашего производства. В основном это, конечно, ремонтантные сорта. Ну вот нам она очень нравится, хороша в уходе. Обращайте внимание на сорт «Карамельку», суперсорт, который у нас ежегодно есть в продаже. Мы уже с февраля работаем в режиме нон-стоп, и все это для вас. Стараемся отгружать посылки оперативно, быстро. По Туле продолжаем бесплатную доставку от заказов 1000 рублей. Итак, звоните на номер 8 800 249 81. Заказывайте доставку, выбирайте нужный вам ассортимент. На территории Российской Федерации отправка Почты России, транспортной компании, бесконтактную доставку до двери вы можете заказать по номеру телефона, который указан ниже, на Почте России или в транспортной компании. Мы к вашим услугам. Все наши садовые центры работают. У нас 12 садовых центров, 7 представителей. Звоните, заказывайте, мы рядом с вами. Франчайзинговая сеть садовых центров «Северин» подарит вам вкусный малиновый урожай и не только.